С таким количеством жизни очень опасно сражаться с гарпией. Это вообще с кем угодно очень опасно сражаться. Где она? Блин. Свали. Да куда ты ее? А что она за тобой бегает? Я не знаю. Она задолбала. Она не трудная, но блин, она задолбала. Из-за того, что я пытался фрап включить, она меня тут покарала. Сейчас я прибегу и разберусь с ней. Блин, у меня... Только количество кадров меня вообще не радует. 30 штук, мало очень. Ничего, сейчас я с ней разберусь. Нет, я с ней разберусь. В охоте за вивернами прям. А я с пулемета буду. Хи-хи-хи. Можем еще одну вызвать, ладно. Вызвать? Или подождать? Ну, подождать точнее, вызвать мы ее вряд ли вызовем. Ну да, это было бы очень легко. Что это за платформы наделал? Ну, чтоб ты не так вот, тут говно тут не болталось в воздухе. Да ладно. У меня нет этого хрени в банке. А. Ну, я ее как бы выложил из-за того, что мне места не хватает для нее. Ну, сейчас крылья заработаем, тоже выложим, господи. Ну да, крылья, если будет, то нафига эти хрень в банке. И ботинки нафига уже будут. Вот эти вот летающие спектральные. Не, они, по-моему, суммируются. Высота там просто колоссально увеличивается с ботинками. Так крылья и так позволяют летать. Ну да, но в сумме они намного выше ты летишь. На очень много. Да в половину. Мы сравнивали, и я видно видел. Прилетело, 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 так бьем. Она быстро прилетает, видишь? Ну, в отличие от обновления 1.1.2, она очень быстро прилетает. А вот тогда она прям... Да, мы её накостыляли уже. Тогда я прям ждать нужно было столько долго. Да. Блин, не очень удачно. Сейчас заберем. Ну или ты заберешь. Сколько выпало? Не знаю, я в космосе. Сейчас падать буду, падаю. А, ну да, там медленно очень падаешь в космосе. И музыка там, кстати, прикольная. Сейчас, кстати, много выпало. А что это я выкинул? Или это ты выкинул? А, это крылья. Этих. Еще одна появилась. Давай, давай, загоняй их сюда. Ага, вижу. Она за тобой теперь гонится. А ну-ка, что, как тебе лук мой понравится? Не особо. Ну вроде, нет, ну, классное, вроде больно. В гарпии это вот эта вот штука. Насквозь, которая здесь будет ее прошивать. Ну где она? Вот, видишь? За лук тоже жарит хорошо. Блин. Ну это не гарпия, это виверна вообще-то. Блин. Ну, в смысле виверна. Это нет. Я сделал зря. Сейчас. А где она? Достану, не достану, достал. 10 душ. Нормально, давай ждем дальше. Уже мне 6... уже на крылья хватит. А сколько тебе там на крылья надо? 20. Ну да, мне 16 пока что. Ну это классно, что теперь они очень быстро появляются. Не нужно хрен за сколько времени их ждать. Уи. Уже. Уже? Да. Блин, только я случайно упал, хотел кусочек карты открыть. Не, кинжалами не так удобно ее варить. Че, винтовкой? Она просто не прошивает, как бы, ну. Если пистолет... Та винтовка тоже насквозь не прошивает, она... Снаряды как бы вниз застреливают. Она скорострельная. Затыкаю ее. Еще одна появилась! Ну это просто праздник какой-то. Бьем их пока... Или нет, подожди, или показалось. Не, по-моему, появилась. Сейчас посмотрим. Надо их бить, пока они появляются. Во-первых, голда. Да какая голда? Нафига она нужна сейчас уже? Ну не знаю, голда. Ты скупой. Нет, не показалось, наверное. Я перепутал. Во-первых, себе. Души, а потом уже голда. Нафига ты тут деревья сажаешь? Они тут здесь совершенно не нужны. Не нужны. Как хочешь. Кстати, хлорофита. Господи, язык можно сломать, пока скажешь. Ну. Хлорофита делаются классные пули. Нам надо будет его по-любому добывать. И делать с него фермы. Чтобы его можно было проще добывать и не бегать по всяким этим сраным джунглям. С этими сраными черепашками. Да черепашки просто... Просто рвут. Ну что-то... Никого вообще нет. Да не, сейчас будут. Не может быть же такого разочарования. Я в космосе. Давай, давай. Оп, как я увернулся. Кто там? Получай, 88 урона. Шла вон.
Чё, крылья пособирать тоже неплохо. Ну, с них тоже вроде бы делается, ну, ну да. Перья, да, крылья вроде тоже там. Нужны или не нужны, я не знаю, не помню. Нужны? Ну, одни из их вариантов. То нам хотя бы один вариант сделать для первого времени, а потом, если что, можно эти души всегда насобирать и наделать какие хочешь крылья. Ну да, я так и планировал. Чё это такое? А что ж не появляется, да? До этого пачками появлялись. Да, прям одна за другой. Не, ну нам хватит. Ну у меня 16 душ, у тебя сколько? 48. Да, с головой хватит. Ладно, пошли делать. Так, давайте я скину, и ты забацаешь сразу два комплекта. Не знаю насчет двух, но о себе я точно забацаю. Я сказал два. Сейчас, подожди. Быстро! На тебе перья тоже. Бабочки. Ну я нашел их. А ты их нашел? Ну да. Бабочка в этом появляется. Где? А долго летаю. Так, сейчас заменим еще на что можно заменить. Давай мне тогда души, я крылья сам забацаю себе. Да сейчас я сделаю, только у нас да, перья. Нет, дай я себе крылья сам сделаю, выберу, какие там доступны, какие там вообще можно. Да. Так, ой-ой-ой-ой-ой, 30 FPS, что ты делаешь? Во-первых, а во-вторых, постой-ка, что еще надо? Перья, души. Парень. Что так, еще я надо? Я теперь думаю, что выложить. Перья, души. А, души света, либо души тьмы, либо пыль пикси. Ага, 20 душ. Ага, нет, ну этого первого у нас нет. Какие-то перья. Где их взять? Эктоплазма. Ну, эктоплазму я примерно знаю, где взять. Ну, только не знаю, сможем ли мы сейчас это ее взять. Так, души ночи. Эссенция тем... Ой, я тебе скину души. Ну ладно, сейчас. У нас есть души? Сейчас посмотрим, можно ли эти крылья как-то улучшать. К сожалению, нет. У нас нет душ ночи. Поэтому, поэтому я сейчас все крылья не забацаю. Хотя бы такие. А, ладно, сейчас я скину души сюда. Нет, иди. Вот. Скинь пока души, потом уже разберемся. Сейчас, наверное, пойдем в подземную хрень это и будем собирать души ночью. Сейчас, подожди, я что хочу? Шарик, я, наверное... Тебе нужен шарик? Шарик? Красный? Не, не шарик, я неправильно сказал. Облако в этом. Да есть облако у нас. Мне шарик нужен именно. Ладно, скину. Потому что... Облако у нас в бутылке 3 штуки аж. Я заменил это на так, на вот так. Теперь у меня нету пчелок, но пчелки уже не актуальны. Так. Ну и пока сейчас записываю, я еще покажу вот эти вот фрукты, которые мы нашли в подземных джунглях, которые, по идее, повышают количество здоровья. У меня таких уже 2 штуки, поэтому... Одну штуку я жахну, да, у меня теперь 405 жизней. А вторую дам тебе. Так оно и выглядит? Нет, ну примерно они так выглядят. Но они, в общем, повышают жизни немножко. Блин, на 5, конечно, это... Ну, опять, ну, в принципе... А, прикольно выглядит теперь. Да, теперь такая желтенькая жизнь. Мне это интересно. А, получается, обычно сердце по 20. Сколько же сожрать их надо? Ну, их надо дофига сожрать. Посчитай, еще сотня нам нужна. Раз, два, получается, три, 50 три, сердец 5, надо. 6, 7, 8. То есть, и сердец этих фруктов надо 50 штук. Каждому. Ага. Один. Ну ладно. В джунгли или куда? Да, пошли в джунгли. А бомб набрал? Бомб. Мне надо было включить свою машину. Ну, знаешь ли, мне 3,5 стака бомб, думаешь, не хватит? Нет, я пойду тоже куплю. Я тоже хочу мародерничать. Где подрывник? Бей ее, тварь. Скотина не хочет умирать. Я ей помогу. Придется. Глазики всякие. Так, где ты там помер, говоришь? Ну, увидишь. Спускайся там влево, спускайся, проплыви воду. Ну, вода. Влево вода, и что дальше? Ну, спускайся там, увидишь. Спускайся, короче, докуда мы дошли.
Не знаю, до куда мы дошли. Но я воду прошел. Так, парень. Проходим. Остается вопрос, куда идти же дальше? Тупо вниз? Да. Я просто не знаю, на какой высоте этот данж появляется. Предлагаю разнести к чертям все джунгли. Это будет очень долго. Ладно, не все. Почти все. Все равно это очень долго. А, блин, черепаха, иди за задницу. Да она когда кувыркается и прыгает, тогда она дофига урон наносит. Она всегда даже просто если... Не-не, не, просто она наносит по 70. Примерно. О, летающий остров. Если бы мы тропинку продолжили делать дальше, мы тупо бы в него уткнулись. Ну, почти, мы бы его нашли по-любому. Не, уткнулись прям в него бы. Да? А вот я вижу твою могилу. Можешь посмотреть мне на карте. Я посмотрел на карте примерно, где это, я потом проверим. О, я нашел еще один фрукт жизненный. Я забыл посмотреть, как он выглядит. Ну ладно, теперь у меня немножко больше жизней. Кстати, так вот остров я нашел. Хлорофит хочу выкопать, он прикольный. Он по вот этой грязи обычной разрастается. О, Вивера, ты уже делаются. Медь. Вот, она сейчас начала лагать, тварь. А, я хочу с хлорофита... А какая разница? Я хочу с хлорофита пульки делать, они классные. Это пули? Что? Ну да, они самые мощные в игре. Круче, чем взрывные бомбы? Да-да. Бомба эти как его? Ну, ракеты или как? Не, не ракеты, а... О, я даже не помню. Кристальные пули, да? Нет, эти. Там есть, короче. А что? Так, верно, я хоснул, но... Так я самолет туда, он сейчас опять появится. Ты там остров мародерствуй, шарик нашел? Нашел. Шарик, да? Угу. Нам надо, кстати, 3 шарика. Тебе и мне, как минимум. А зачем тебе шарики? Слаживается солнце, я не знаю, правда, как его получить. 3 шарика, короче, связываются, помнишь, я тебе рассказывал? Ну, один шарик мне хотя бы оставь. Не, я не буду тратить его, я тебе отдам. Потому что мне он нужен будет. А тебе зачем? Ну, сделать я хочу. Ой, я не помню, что там с ним делается уже, но мне надо сделать. Надо посмотреть. Сим, кажется, совмещается... А, облако в бан... Пердишь бутылки, короче. Блин. Если тут уже пережду чуть-чуть. Так, я тут пришел туда, где мы еще не были. Вот это хорошо. Это всегда приятно. А, меня здесь черепашка же убила, да? Не знаю, где тебя черепашка убила. Но если я буду неосторожен, то меня тут всякие пчелки убьют. И паучки. И не только. Короче, все, кому не лень. Не, мы будем чуть ниже с тобой. Ну спускайся, сейчас пойдем дальше. Я смотрю с какой стороны. Сейчас пойдем дальше искать. Вот я хочу, наверное, тут надо тупо все джунгли обыскать, наверное. Тогда мы найдем этот данж сраный. Просто я больше не знаю, где его искать. Она тупо, наверное, была на ютубе посмотреть или еще где-нибудь. Просто я больше не знаю. Мы сами на нем, мы круче. Конечно. Подожди, меня сейчас бомбить начнем. Тут все. Кто-то уже начал. Ты начал бомбить? Ого. А где ты там? Да. Чего ты там бомбишь? Какая разница? Или ты руду хочешь достать? Да нет, он сундук просто. А, ну здесь же мы начали бомбить. Не важно, где мы начали бомбить, важно то, что здесь сундук, который я хочу забрать. Да, мы здесь. Так, в этом сундуке у нас шипы на ноги.
Бесполезно. Зелье ночного видения и зелье лечения. Бесполезно. Полная безысходность. Я ночного видения сразу бы использовал. Я сразу его съел, да. Так, я куда-то вправо пошел. Хочешь, пошли со мной. А идем сюда, здесь уже начали спускаться. Тем более тут медок льется. Ну и что? Он жизни восстанавливает очень быстро, я, кстати, очень доволен. О, сейчас я тебя подожду.